Аркаша, вот Ариш сидит около тебя. Уважаемые подписчики, вот попугайчик. Учу его говорить, пока вот все вот так вот безуспешно ходит. Что-то пытается там какие-то слова. Давайте я немножко посветлее вам сделаю, кошка. Посветлее, чтобы вам был на улице снежок. У нас в Москве идет. Да, Аркаша любит, когда светло идет, похолодание у нас идет. Аркаша, что ты мой хороший мальчик, ты мой красивый парень. Он, Ариш, тебя сейчас слушать будет, твою пение. Давай, скажи что-нибудь. Давай, скажи. Аркаша, птичка. Птичка Аркаши. Давай, уважаемым подписчикам, скажи. Давай, учимся говорить, Аркаша. Ну, давай. Аркаша, птичка, хороший мальчик. Какой красивый мальчик. Какой красивый Аркаша мальчик. Вот как он птичку делает, птичку делает. Мой красавец, да, ты мой красавец. Ты мой только покушал. Разбудил меня. Давай, скажи что-нибудь нашим подписчикам. Давай, Аркаша, учимся говорить. Ну вот, видишь, как ты ко мне на телефон сел. Я тебя, конечно, давай. Надо здесь посидеть. Это что такое за клюёмся, а? Ну, Аркаша, не злись. Не злись. Ну, что ты злишься? Ну, что ты злишься, мой золотой, мой симпатичный мальчик. Вот какой красавец он. Какой он красавец. Ну-ка, давайте с этой стороны с ним. Вот он какой. Лапушку свою выставил. Аркаша. Уважаемые подписчики, подписывайтесь на канал. Будем учить Аркашу разговаривать. Может, кто-то даст какой-то совет, как с ним учиться разговаривать. Буду только очень рада. До новых встреч. Но пока только так вот поет. Аркаша, ну что такое? Ну что там? Что там в окне? Что там увидел в окне? Зима, машинки стоят. Да, у нас в Москве похолодание идет. С понедельника будет минус 15, сегодня минус 5. Ты мой красивый мальчик, Аркаша. Ты мой красивый парень. Ты мой замечательный. Ариша, он спит спокойно у нас. Аркаша. Любит в окно наблюдать тоже. Подписывайтесь на канал, уважаемые подписчики. Будем рады вас слушать и видеть. До новых встреч.